Вон на столбе сидят два дятла. Вот они спрятались. Сейчас вот мимо ушел в храм, ехал как раз на велосипеде. Сегодня у нас четверг, праздник в честь Анфима Никомедийского. Престольный праздник у нас в деревне Потеряевка. Спрятались. Они сейчас так интересно по столбу поднимались. Но я не успел, у меня руки заняты были. Вот он сидит. Что-то только один. Второй, видимо, уже улетел. А вон он долбит. Второй. Вот он. Красавец. Все дышащее да хвалит Господа. Посмотрите. Главное, не падает. Скалолаз хороший у него. Свои когти есть, которые электрики лазят. Что-то там достает же. Иначе что бы он там сидел-то. А вот второй присоединился к нему. Так, где он? Что-то я его потерял из виду. А вот они оба. Первый раз увидел их так близко. Еще вдвоем. Он как быстро. Чудные дела твои, Господи, чудные. Играет между собой даже. То ли в прятки играет. Какая красота. Все, полетели. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.